Ребята, мои ребята, я всех просрал. Так, это что такое? Кто это? Ты кто такой? Прием, прием. Я? Что? Где это я? Какие-то незнакомые руки. Кто я? И почему я здесь? Грязные ручищи. Я, походу, здесь уже давно. По всей видимости, я обожаю баскетбол, раз у меня тут баскетбольный мячик. Да, он от стенки даже нормальнее отскакивает. Тут чуть... Вот. Вроде пошло дело. Нормально, это я просто дохло кидал. Зайчик на полу мой, что ли? Лампа, которая светит на стенку. Ой, ё-моё, сколько детей пропавших. Слушай, у меня такое подозрение, что вот он я. Я играю за этого чувачка. Почему-то мне так кажется. Это же самодельная рация, по которой я вышел на Рыжика в доме на дереве. Офигеть, вот это я гений. Я смастерил это все в тюряге в этой. Ну что, пришло время дернуть рубильник. Ворон! Собственно, персоной. Здорово! Это ты меня в этой клетке держишь? О, как любезно с вашей стороны. Вы принесли мне двух кукол. Мальчик и ворон. Я должен сделать выбор. Мне вообще две куклы нравятся. Может, я две возьму? Или ты жадная птичка и дашь мне только одну? Давай я тебя поглажу лучше. Хороший ворон. Добрый ворон. Отпусти меня, у нас тебе с колена. На с колена тебе по клюву. Ах ты хитрый ворон, ты посмотри, он мне мальчугана не отдает. Скотина пернатая, все понятно. Отверни свой клюв, поганый. Мальчугана мне не видать. Ну ты посмотри, что он творит. Еще бурчит на меня что-то. Хоть потрогать тебя. Какой у тебя тощий пернатый попец, слушай. Тебя что, не кормят, что ли? Сумка дырявая. Зато, кстати, смотри, бочина какая жирная. Ноги маленькие, как у настоящей птички. Но вот бока отожранные, как будто у бабушки в деревне побывал. Что это за звук? Ты устал стоять? Боже ты мой, давайте поглажу. Хорошо, я сделаю выбор, которого у меня нет. Я беру ворона. Видимо, по-другому никак. Ой, он исчез. У меня есть игрушка с вороном! Юху! Тык-дык-тык-дык. Знаешь, как можно сделать? Пойдем к столу. Я маленький вороненок, гуляющий по столу. Так, не понял, куда ты делся? А, ты у меня теперь на поясе висишь. Тык-дык. Тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык. Водичка, надо водички попить. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ммм, как вкусно. Ладно, хорош мучить ворона. Я думаю, что он нам поможет выбраться отсюда. Ёлы-палы. Я стал вороном. Круто! Кукла ворона — это супергеройский костюм ворона. То есть я был всю жизнь вороном? Я кверх тормашками, я хожу по потолку. Вау! Моя суперсила. Я не знаю, как ее назвать. Ну, в общем, теперь я могу отсюда сбежать. Пиши в комментариях, как обозвать эту суперсилу. Костюм у меня есть, и мы знаем, как я выгляжу. То есть, вот этот пернатый птичкой с жирными боками, это был я. Мне не очень нравится то, что все кверх тормашками. Дико не нравится. А это что за дырка? Я вижу ключ. Но хочу вот сюда подойти и посмотреть. Тут куча перьев, я думал, может, тут я подзаряжаться могу. Ну, знаешь, энергии какой-то в вороне, но нет, что-то... Ноль эффекта. Здесь тоже ничего. Лампочку выкрутить можно? А то у меня в подъезде перегорело. Я же злой ворон. Там вон на телеке что-то наклеено. Вороны, вы что, телек смотрите, что ли? Братья мои, сестры. Ключик я забираю. Взял ключик и... И испарился ключик. А дверь-то на полу, а я на потолке. Так, у меня есть что-нибудь тут? О, мальчик! Кукла-мальчик, а я...
А я переживал за нее, что у меня ее не будет. Мальчик, ты готов? Да, да, мистер Ворон, я готов стать тобой. У него так башка, интересно, болтается. Ну вот я вернулся в грязного мальчика. Я снял свой костюм. На телеке наклеены листки с рисунками. А тут, смотри, ворон-герой с плащом, как Супермен, елки-палки. Ну, то есть это я, да, ворон-герой? А ну пошел с моего дивана, это мой телек. Я себе его сделал. Давай, проваливай, проваливай. Все-таки вороны наглые птицы. Ага, смотри, а вот там только что был на потолке. А в шкафу что-нибудь есть? Давай проверим. Ничего нет. Вот он, ключик где оказался, который я достал. Куда вы все полетели? Пиу, 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 пиу. Постреляю всех воронов нафиг. Хотя, это же типа моя собра. О, привет, а я тебя искал. А ты вот где? Как бы тебя вытащить-то отсюда? Девчуль, не переживай. Я с тобой. Ты не одна. Мы вдвоем справимся. Так что не паникуй. Только надо понять, как тебя вытащить. А, на потолке рубильник. Нужен ворон. Ворон, помогай мне. Нам ворон сейчас поможет. Девчуль, не переживай. Не беспокойся. Ворон супергерой, все дела. Так закрой глаза. А то видишь, как я перевоплощаюсь. Я снова на потолке. Вместе с мусором, который витает в невесомости. Это как? Я лишь всего не понял. Девочка превратилась в картон. Картон. Там же, там живая была девчуля. А как так вообще вышло-то? Как-то все очень странно. Ну ладно. Дверцу-то мы все равно откроем. То есть мир ворона, он... Может, он в другом измерении, или как это назвать? О, ты освободилась! Ворон тебе помог! Так, подожди, я за тобой, подожди. Через веншахту полезем, да? Окей, не вопрос. Эй, а я? Девчуль, ну ты чё, я ж тебе помог! Ну, то есть ворон, а... ты решила вот как сделать? Ну, лайк тебе за это, спасибо. Но что мешало мне тоже пролезть там же, где и ты? Зачем такие сложности? Обязательно мне препятствия преодолевать, да, вот нужно? Еще раз лайк тебе, спасибо, то, что подсвечиваешь грамотно кирпичики. Молодец. Я бы так не смог. Я бы лучше по веншахте пролез бы. Пиньк. Мы в библиотеке? Черт подери, что это за место? А что на потолке вон светится такое? Офигеть, тут лабиринт. Тут еще и темно. Так, я лучше пойду с тобой, у тебя фонарик есть. Хотя, может, в других местах есть какие-нибудь спрятанные монетки или еще что-нибудь. Закутки-то интересные же. Тут ничего нету. Главное, девочку из виду не потерять. Я так полагаю, она знает, куда идти. Иначе я здесь без нее свихнусь в этом лабиринте темном. Хоть тут и есть свечи, но как-то все равно страшно, блин. Что? За что ты мне лайк поставил? То, что я за тобой дошел? О, лесенка. Давай в теньки поиграем. Смотри, смотри, как прикольно. Можно разных животных подделать ручками, но я не умею. Ладно, я, короче, полез. Ты вообще настоящий? Блин, слушай, я до нее дотронуться не могу, а вот до ворона я дотрагивался прямо-таки. Тут листовки с пропавшими. И этот, дудка, пугач. Дудка-пугач называется. Там написано что-то Air Horror или что-то типа такого. Ну все, короче, я полез. Ну странно, что, конечно, я сквозь нее руку вот, ну, коснуться ее не могу. Ворона так вообще прям за клюв держал. Оу, ё-моё. Нам вон туда. Осталось только выбрать правильную дорожечку и не свалиться отсюда. Так, слушай, я хочу вороном посмотреть, что, может, у него какие подсказки есть? Так, где это я? Все кверх ногами, башка кружится, ёлки-моталки. Капец, не,
Не, я вороном не хочу. Да и тут шибко-то делать нечего. Походу, только пацанам здесь нужно проходить. Ладно, возвращаемся. Ворон на каком-то балкончике просто стоит и следит за нами. Ну, то есть, как бы, это же ворон, это же я, ну, как бы, ну, ты понял. Ворон просто на балконе тусит. Я там костюм свой оставил. Ладно, я так полагаю, что нам надо идти налево, потом вот так, так, так. Так что можно идти. Нет, там мы не пройдем. Вот сюда нам надо. А можно туда перепрыгнуть? Я же прыгаю. Прыгаю. Разбег взять и как прыгнуть. И... Да! Йиху! Мы сделали это. Это было немножечко сложновато на вид, но оказалось проще простого. Теперь нужно не свалиться отсюда к чертям. А то я к ядрине фене тут потеряю уже без фонаря. Черт. Опа! Так, осталось запрыгнуть на лестнику и все. Точнее, на ступеньки. Ну что такое, свечки? А-а-а! Нет! За что? Черт подери, долбаные свечи. Надо выбираться отсюда. Фух, все оказалось близко. Ты представляешь, я упал! Упал! Я снова здесь. Перепрыгнул эту свечу сраную и... Все получилось! Мы возле этой двери. Давай зайдем, посмотрим, что там. Что там от нас спряталось. Опять куча ступенек. И огромная комната. Ничего себе. А что так картина светится? Можно ее взять? Не-а. Зато книжки можно взять. Почитать. Что это за звук был? Какие-то странные книжки. О, гляди, что заметил. На ножки глянь, там сапоги. А в этой книжке ничего нету? Нету ничего. Огромный замок. Здесь должен быть ключик. Короче, пока очень много вопросов, ничего не понятно. Телек можно выключить, он меня бесит. А, нельзя. Ужас. А может, в тумбочке что есть? Тумбочка не открывается. И лестница на второй этаж. Подняться, что ли, посмотреть, что там. Смотри, подъемники есть. Ну, в смысле, полочки прибиты, по ним можно подняться. Странное очень помещение вообще. Это как бы сон или это параллельная вселенная, мультивселенная? Что? О, еще дверь с двумя замками. Короче, пошли в первую дверь на первом этаже. Посмотрим, что тут у нас. Коридорчик. Смотри, от этой комнаты провод идет. К камере. Красный огонек. Ой-ой-ой, зря я на красный огонек встал. Не-не-не, сосед, не трогай. Даже здесь он меня достал. Урок усвоен. Красные огоньки, обходим стороной. Идем в эту дверь. Ого. Че, мне надо разгон взять и прыгнуть к тому канату? Ну, видимо, других выходов нет. Давай. И раз, два. Ну, я почти взял же. Короче, здесь, походу, не я нужен, а ворон. По потолку пройдемся, и все ок. Ой, нифига не потолок. Это стены. Мы на стенках. Твою ж налево. Ну, ладно. Значит, будем по стенкам передвигаться. Тут вот вроде захваты есть. Ага. Внизу там какая-то книжка летает. Нам, наверное, дальше здесь не за что схватиться. Значит, в окно. Точно, в окно. Ого. Какой-то разрушенный мир. Похоже на мультивселенную, действительно. Погоди, газонокосилку вижу. А что я здесь, собственно, забыл? Куда дальше-то? А, во. Вот здесь, по этим деревяшкам. Только вверх. Только вперед. Опа. Вот я и добрался до этого каната.
Теперь нужно вниз. Опа, спускаемся. А, там предохранитель в этой штуке, а я даже и не понял вначале, что там. Если я его выдерну, то я отключу камеру, по идее, в коридоре. Так, предохранитель должен был мальчику телепортнуться. Ну чё, круто. Я думаю, что мы можем, в принципе, и спрыгнуть отсюда к двери, да? Вова! Странно, что дверь не вышибла. Ее вообще открыть можно? А, она не открывается. Пацан, твой выход. Предохранитель где-то тут должен быть. Только я его почему-то не вижу. Слушай, а что если я в окно выпрыгну? Я же могу это сделать, наверное. Давай попробуем. Ну же, давай, 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 давай. Я только что тут проходил. Ага, вышло. Только я теперь черт знает, как отсюда выберусь. Подъемов-то тут нету. Угу. О, а там что на столе? Монетка, что ли, лежит? О-о-о! Ты видел это? По-моему, я на... Как? Я по текстуре провалился, это капец, конечно. Но я там видел, что... Вот этот дом, он находится на луне маленькой. И что типа того. Я загрузился. Вот он, предохранитель. Ништяк. Ты мой светящийся. Осталось только найти, куда тебя воткнуть. Смотри, огонек красный пропал. Теперь я могу здесь пройти. Это очень хорошо. Здесь запертая дверь. Еще одна. Ну давай по низу пройдемся уже тогда. Что у нас тут? Опа. Это кухня, что ли? О, еще один. Парниша, я здесь. Не переживай, я тебя вытащу. Только надо... О, а там сосед, смотри, картонный, походу. Бдит за пацаненком. Нужно придумать, как его вытащить. Что мы тут вообще имеем? Так. О! Я увидел там предохранитель, вон он. С ним нам поможет ворон, наверное. Но нужно вот этот предохранитель куда-то заныхать. Может, в холодильник? А, нет, тут не получилось. Ну да, не получилось. Хорошо, тогда предохранитель мы оставим... На самом видном месте, вот здесь, вот и вот. Наверняка никто не стырит отсюда. Я здесь вообще соседа, кстати, не видел. Опа, еще красный огонек. Как бы я его видел, но чтобы он тут сам по себе бродил, я его не видел тут. Так что давай-ка я лучше предохранитель сюда свисну, потому что рядом красный огонек. А как мы знаем, там сосед появляется. И пойдем на второй этаж с тобой. Что мы тут имеем? Щиток! И красный огонек, елки-палки. Как все близко, рядом. Есть идея предохранитель перекинуть на ту сторону. И вот так вот. Найс. Просто круто. Вот это я, конечно, уханулся. Это наитупейшая идея была вообще моя, перекинуть предохранитель. Но, слава богу, все обошлось. Давай еще разок. Вообще отлично. Я просто профи. Перекидывать и метать предметы. Короче, я уже туда не полезу. Пойдем вырубать предохранитель, и вот этот красный огонек должен исчезнуть. По идее. Тик-тик-тик. Ну все, тут нужна сила ворона. Ворон! Да, по-любому сила ворона. Где он там? Ворон, я призываю тебя! Так, надо сообразить, где я, что я... Ага, блин. Так бошку же сломать надо. Вот разработчики, конечно. В VR это все как-то дико. До тошноты дико смотрится. Когда ты на потолке, то, блин, на полу, потом на потолке, либо на стене. Так, тут не взяться, нам надо туда. Но как это сделать? Надо... Ага, вон. Пацан снова превратился в картон. Странно, ворон... Ворон только меня живым увидел? Или он детей, в принципе, картонными видит? А, подожди, я же и есть ворон. Короче, все, у меня мозг сломался. Полезли. Полезли. Интересно. Я сейчас за холодильник буду держаться. Я только что в холодильник пытался предохранитель положить, и он как бы выпал. Я боюсь, что если я за холодильник схвачусь, я тоже выпаду. Но сейчас проверим. Я уже почти рядом с предохранителем. Да, за холодильник можно держаться. За эти кармашечки.
Еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Совсем немного нам осталось. Давай! Есть. Предохранитель. О, сейчас будет меня туда-сюда шмонтлять. Ёлки-палки, я потерялся. Где предохранитель? Я потерял его. Так, он был сверху. Он был сверху. Вот этот вот ящик, скорее всего, там предохранитель. Так, сейчас. Сориентируйся, подожди. Вот он, да, все. Опа-ля. Есть! Пацан! Я возвращаюсь. Фух, я снова мальчик. Мне вороны, конечно, нравятся, но пацанам как-то привычнее по полу бегать. Ну, все. Я достал! Скоро я тебя вытащу. Осталось только третий предохранитель найти и как бы все это вставить в щиток. Так, а погоди, пойдем мы это проверим. Красный огонек исчез, нет, там на втором этаже. Я смогу теперь там ходить? Ну-ка. Ага, точно, ништяк. Все четко. Тогда и предохранитель сейчас ставим, вот. Ну, ё-моё, опять это же проблема с предохранителями. Два сразу не втыкаются. Так, я на пол положу тебя. И вот я типа его взял. О, ништяк. Все получилось. Нашел последний предохранитель, и без ворона его не достать. Так, давай сообразим, где теперь этот предохранитель находится. По каким ступенькам мне взбираться? Это, если ты не понял, центральная комната. Так, вон он огонек, а вон предохранитель. Все, значит, нам сюда. Полезли по полочкам. О, просто шикарно. Все идет как по маслу. Как приятно, когда за тобой никто не гонится. И ты не торопишься. Теперь... Так, вон туда мне нужно. Значит, здесь мы взбираемся. Попадаем на лестницу и все. Да. И теперь просто бежим к предохранителю. Все довольно просто. Опля! Перевоплощаемся в парнишу. И бежим вставлять предохранитель. И что же за этой дверью? Что же? Открывайся, Симсалабим!